Разбег. Толчок. И стыдно подниматься. Во рту опилки. Слезы из-под века. На рубеже проклятом 2.12. Мне планка преградила путь наверх. Я признаюсь вам, как на духу. Такова вся спортивная жизнь. Мгновение ты наверху и стремительно падаешь вниз. Но все планы запретные, стрелы я и за хвост подергаю, злобы я, и пусть у них толчковый там левая, а моя толчковая. Разбег, толчок, свидетели падения свистят и делают за ноги кону. И тренер гад сказал, без сожаления, да ты же, парень, прыгаешь в длину. У тебя растяжение в паху, прыгать с правой дурацкий каприз. Не удержишься ты наверху, ты стремительно падаешь вниз. Но, задыхаясь, точно от гнева я, объяснил толков я. Главное, что у них у всех толчков, что левая, а моя толчковая правая. Разбег, толчок, мне не догнать канадца, мне в лесу, смеется на лету. Я снова банку сбил на 2.12. И тренер мне сказал на прямоту, что начальство в 10-м ряду. И что мне прополощут мозги, если в раз сей же час не сойду я с неправильной правой ноги. Но я лучше выпью зелья с отравою, я над собой что-нибудь сделаю, но свою неправую правую я не сменю на правую. Смеяться, но был бы это смешек. Не ослаб. Разбег, толчок, полет! И 2.12. Уже давно мой пройденный этап. И пусть болит моя травма в паху, и пусть допрыгался до хромоты, но я все-таки был наверху, и меня не спихнуть с высоты. Я им всем показал ху из ху. Жаль, жена подложила вот этот сюрприз. Пока я был на самом верху, кем-то спустился вниз, но съел поды запретные стрелы и за хвост подергал-таки славы я.
И пусть у них толчковая левая, а моя толчковая правая.